Не включила. Господи. Думаю, как-то я так вдалеке стою. Так, доброе утро, доброе утро. Ну что, от моего загара ничего не осталось. Ну, я и не хочу сильно, а то один раз я так сильно намазала, что я потом себя как-то в зеркале так на работе прохожу, прям черная. Так. Сегодня уже какое? Марта. Ну какое? 10, 11, 12. Точки, это просто водой я делаю. Так. А потом уже тоником. Но до глаз не дохожу. Тоник у нас It's Skin. Зовут меня Наталья, живу я в Санкт-Петербурге с сыном 12 лет. Я бухгалтер. Вот, собираюсь на работу. Что-то у нас сегодня холодно. Я просто батареи все выключила уже. Все. Чтобы не сушило ничего это. Так, и тонер такой. Тоже от It's Skin. Видите, это все Корея. Не знаю, мне нравится просто консистенция, мне нравится аромат. А что он там дает? Ничего я не вижу, ничего он не дает. Ну, как бы чувствуется для кожи, когда вот прям применяешь сразу, то сразу просыпается, да, ну чтобы там она, ну может они и не должны делать, знаете, кожу упругой и так далее. То есть применять именно в сам момент мне нравится. Так, под глазки Женеви, это косметика от Estelle. Вот я решила купить для начала под глаза крем. Я два раза применяю, то есть сначала помажу, потом, когда сделаю уход за лицом, и опять мажу. Принимаю я антибиотики, девочки, мальчики, все нормально. Так, вот я вчера вечером открыла тоже крем для лица и эмульсию для лица, тоже Женеви. Это промнички. Ну вот хочу как бы закончить их, да, если тут что-то осталось. Сыворотка мне очень нравится. И аромат. Крем такой специфический. Но тут потому что пептиды какие-то вместе темными клетками. Он прям как-то пахнет так, знаете. Как-то по этому лабораторному. Ну, все вроде вытащила здесь. Сейчас я разойдусь, халат сниму. Это я просто так с кровати встала и стало прохладно. Так. Сейчас
губки таким совенком. Пальцем надо. Так, это у меня, если кто не знает, это у меня маникюр такой. Так, и вот такой как бы крем-лифтинг. Ну, для меня просто крем. Так, выдавливаю, что есть. Но сейчас в Питере как будто бы по прогнозу, как бы вот в конце недели, к концу недели прям 6 градусов, но какие-то дожди. И все равно кажется, что тепло вот так на улице. Но выходишь, то ветер, то есть я до сих пор в шапке, у меня нету желания там снять шапку вообще. Не знаю. Это всегда так затяжное. Весна. Видите, чуть-чуть остался еще все равно такой налетик. Мне очень нравится. Девочки, мне нравится. Я иногда делаю. Сейчас я покажу, чем. Так, это крем вечер. Вот в таком виде надо уже покупать. Я им делаю, он такой жирненький. Некоторые девочки лицо прям мажут. Но у меня сразу отеки. А я вот грудь мажу. Я как-то вот рассказывала, что я в Турции прям вышла из соленого моря, ну, приняла душ, все, а что-то сижу за столиком, все, раз, голову опускаю, а у меня прям вот, извините, вот в этом месте, где, да, то есть просто складки какие-то, прям как это, пустынное поле. Вот такой у меня автозагар. Look Skin, пенка автозагар, экстра бронз. Чуть-чуть буквально. То есть я встряхиваю, пенку наношу. И... Но я сейчас не буду, потому что это ляжет. Ну, не надо. Вечером надо делать это. Вот. Буквально такой маленький налетик. Мне очень нравится. Сегодня без масочек. И вот по второму разу я все равно еще накладываю чуть-чуть. Тут дозатор очень удобненький. Но он не дозирует, не делает. То есть вы контролируете. Хочу попользоваться и сказать вообще, есть ли эффект и так далее. Но я думаю, это лучше, чем не пользоваться кремами для глаз. Вот я точно поняла. У меня сразу этот глаз поехал. Ну, много стало каких-то морщин, которые даже... Тут таких нету. Ладненько, все, идем пить кофе. Сегодня будем использовать. Значит, сразу скажу, что я купила новую, уже очередной раз, я не знаю какой, 5-6 Vivienne Sabo, такая тушка Barre Premier. Вот. Шикарная, я только ими пользуюсь. Все меня устраивает, и щеточка, и все. Так, и хочу сегодня, давно я не одевала вот эти зеленые, зеленый мой свитерок. Ну, такой цвета морской волны, да, яркий. А, и какую палеточку. Я обычно не Скорпио, ой, не Стеллари брала. Но тут тоже есть такой цвет. Вот он такой. В принципе, можно его взять и чем-нибудь дополнить. Может, какой-нибудь блестючкой. Вот тут блестючки такой нету. Есть у меня вот в этой палетке. Господи, может, я ее убрала на окно. Сейчас посмотрю, девочки. На окне лежала с тех пор.
Так, вот такую помадку коричневую. Она такая тональность коричневая от Belle. Ну, это такой жидкая помада. Вот. И разбавлю двумя карандашиками, попробую. Это Catrice коричневый, тут нету у него номера. И еще не Essence, а что это? Да, наверное, Essence. Вот такой тоже коричневый. Вот. Надо сегодня быстренько, потому что сегодня у меня вторник, а у вас среда. По вторникам мы очень рано должны приехать на работу. Поэтому буквально быстренько. Но когда я крашусь вот этими зелеными тенями, вот я вам сейчас покажу этот цвет, вы сразу вспомните, да, цвет морской волны. Вот таким сине-зеленым и вот этим разбавлю. У меня очень быстро выходит этот макияж, потому что там я просто тушую, растушевываю и все. Так. Берем пудрочку. И, естественно, я начинаю с бровей. Это у меня Vivien Sabo номер один. Тушь для ресниц. Девочки, вчера как-то... Ну, я вечером иногда смотрю уже... кровати. Опять мы вчера с Тёмой болтали, естественно, с пол 12 до 12. Там какой-то танец разучивает сам, господи. Он никогда как бы так ни музыка, ни... Я вообще хотела, чтобы он в танцы в детстве пошел. Завела его, когда он маленький еще был. Вот на... Ну, не на бальный, ну, даже на бальный. Просто у него такая фигурка была. Это сейчас он такой пухлячок. А в детстве он был очень худым, то есть очень, даже какого-то болезненного вида, я не знаю. Вот, и у него такая фигурка, то есть он такой прогиб у него красивый, попу, знаете, вот, так скажем, у меня плоская, так-то, да, вот, а у него прям как орех. Я думаю, вот именно для танцев. Фигура для мальчиков, у мальчиков всегда такая, значит, для у танцоров. И он заходит в этот зал, то ли он был большой, этот зал, то ли там... Не знаю, и девочки маленькие стоят уже в таких обтягивающих, ну вот как они занимаются в купальничках таких, ну вот, боди или купальнички. И он как зашел, как заорет. Я, господи, боже мой. И нет, чтобы попозже, может быть, его туда привести. То есть вот танцами он как-то, не спортивными танцами, ничего, как-то он мимо этого всего. Вот, а сейчас сам разучивает, ну, какой-то, знаете, танец. Гопников какой-то. Вот, вот так все. Ноги они там. Называется Jump Style. Все мне рассказал, всю историю, что это в Бельгии зародилось там в 97-м каком-то году. Я говорю, давай. Конечно, я так, ну и поддержу. Говорю, ой, да. Уже в таком состоянии. Он такой, ну, мам, все, не закрывай глаза. Да. А сама уже не могу. Так, берем сначала подбровку какой-нибудь светлый оттенок. Так. И можно вывести. Я не хочу ни карандашей никаких, как бы, хотя у меня есть. Так, вывести стрелку с бомжиком вот этого яркого. И уже от этой стрелки скакать дальше. Так. Ну вот, начала вчера с одного. Я вечерами, когда с ним не болтаю, да, в кровати, он, например, читает на кухне, а я YouTube смотрю. Вот.
Я вечером перед сном все подсела на всякие СМР. Не знаю, мне нравится. Я вот смотрю всегда одну и ту же или двух. Одна это Елена Фея, Елена СМР, Фея снов, что такое. А другая Наташа СМР, ее зовут. А вчера как-то так мне лента это самое. Смотрю, какая-то собачка, такса. Короче, девочки, такой смешной канал. Значит, видео то ли португалочка, девочка, но она не показывается, только ручки ее, такая темная кожа. И она, короче, вот лежит у нее собачка, такса, шоколадного цвета, вся прям холеная, такая прям переливается. И она, девочки, и она над ней там делает всякие манипуляции, масочки. Но она, конечно, косметика, накладывает ей кисточкой, а собака спит. Вся на резиночку ей одевает, татушки эти. И собачка лежит, то есть вот у нее мордочка такая длинненькая, носик там мокренький. И, значит, микрофончик около этой мордочки, она там посапывает. Короче, собака вся спит. То есть чуть ли не храпит, а она, значит, там. А и называется канал что-то Пандора. АСМР, Пандора, это зовут так собаку. И вот она, значит, по-португальски, еще красивый такой язык. Девочка, значит, как это? Мадам Пандора, перфект, значит, брависсимо, там что-то такое, собака там. Ой, девочки, я вообще, я так ржала, я Тёмке показываю, говорю, Тёма, он такой, так, да, многих собак там и чистят, ну, на камеру, ушки чистят, там, причесывают, я говорю, да, но это тут совсем другое, тут она там масочки всякие накладывает, показывает косметику сначала, значит, в камеру, значит, кисточку берет, значит, какие цвета, но она не дотрагивается до цветов, получается, ну, чтобы на собачку, да, ничего это не накладывать. Ну, вообще, а вчера, значит, я посмотрела, где она как будто бы кремом мажет ее, ну, берет, крем открывает, но не дотрагивается и мажет, значит, собачку, а потом, значит, роликом, ну, как это, ролики, да, там, наборщик открывает там ролик такой, и вот это гуаша, да, там, блин, как это называется? Как это? Скребок у гуаша. Вот, и, значит, она этим роликом ей по этой длинненькой мордочке. Собака там, мадам Пандора, вообще. Ой, девочки, я и посмеялась, а когда еще смотришь на эту собачку, еще больше спать хочется. Ты видишь, что она такая вся в расслабленном. Прелесть. И там просмотров 100 тысяч, то есть, как бы, всем заходит. Так, ну в центре я хочу вот такой посветлее сделать, да? Не в центре, а вообще на все веко. Так. Что вы, девочки, что мне попадается перед сном? Так, я хочу тоненькой кисточкой пройтись тоже в складочки, выделить. Наберу и той, и той. И теперь растушевать все это лишнее. Вот. Но так ничего особого не происходит. Так, и теперь надо как-то вывести еще стрелочку, попробовать этим же поярче.
У меня есть карандаш, и просто я не хочу. И вот такой от Vivienne Сабо, видите, он тоже такого зеленого цвета. Вот прям сине-зеленый. И такой у меня от Деборы. Стики румяны. Серебристый, ну не серебристый, а такой, вот именно такой цвет. Можно положить как блестючку. Как-то вот это у меня по-разному. Стрелочки, естественно. Так. Ну и нижняя, конечно, века. Сначала вот светлым. Я нижняя делаю всегда широкая. Как-то так лучше смотрится. Сейчас Тёмке чай сделаю. Он сейчас в 7 часов встанет уже. А мне надо 8 уйти, девочки. Так что я не знаю, аутфит. Сейчас я антибиотики попринимаю. У девочки, кто знает, вот что лучше? О, прозвенело. Что лучше для вот микрофлоры, может быть? У меня есть девочки, которые и доктора, по-моему. Ну вот, просто надо попринимать же при антибиотиках, да, параллельно. Я не разбираюсь. Может быть, сейчас уже новые какие-то средства. Так, пойду ему чай поставлю. Ну и уже реснички на второму разу брови и ресницы. Вот смотрите, какая тут щеточка. Шикарно. Сначала я, но я очень много накладываю. Я люблю, чтобы ресницы прям видно было, что они накрашены. Сначала я около корней вот так зигзагообразно, а потом уже прокрашиваю по всей длине. Так, мне бы не перемешать, девочки. Сейчас я покажу. Так, в правой руке новая. Трудом. Мне нужно тут порядок. Та-та-ра-та-ра-та. Та-та-ра-та-ра-та. Та-та-ра-та, та-та-ра-та-ра-та-ра. Понимаете? Вообще, понимаете, что это такое? Это болезнь. Даже надо потом сфоткаю. Так. Главное не перемешать. Надо одну оставить из этих четырех, потому что я, который подсохший, я нижние реснички ими крашу. Ну, можно же одну, наверное, оставить. Зачем все четыре? Но я не могу. Так, вытираем ручки. И приступаем к лицу. Только в местах каких-то. Но все равно я еще буду тереть. Вот все мои места, которые я... Ну, где красные у меня там всякие места. Там звездочки какие-нибудь. У вас есть звездочки на лице? У меня есть. Мы же такие все космические. Ну, не знаю, как, значит, на неделе, наверное, вчера выложу или в среду выложу. Как мы маму поздравили, сходили. Ну, я люблю ее. Так. Выложить можно куда-то сходить. В какой-нибудь магазинчик. На спорт я еще не хожу.
думаю, спасибо, я когда болела, походила на спорт. Потом кашляла и все. Не, это со спортом, конечно, не связано, но я сейчас антибиотики, я думаю, еще и на спорт ходить. Конечно, может, это не влияет никак, но полечу сначала вот недельку эту. Она мне прописала 7 дней амоксиклав. Это я сама себе прописала. Говорю, дайте мне амоксиклав, выпишите, потому что я его всегда принимаю. Так, припудриваем. И давно я не использовала Катрис, а именно под такие тени я всегда почему-то его беру. Он чуть-чуть и шиммером такой. Я люблю его. Так, чуть-чуть шею сюда, декольте, потому что там у меня такой разрезик. Так, только вот тут у меня звездочка постоянно какая-то, само впитается. Так, приступаем к губам. Сначала я кладу вот такой карандашик, да, потому что им я могу заходить больше контура. Он такой мягкий. И выделяем побольше, чтобы не было мертвецкого. Он все равно будет таким коричневым. Так. И такой помадкой от Belle. Можно все соединить. Вот губы у нас нюдик такой. Так, сейчас я опять возьму. Давайте с вами, наверное. Расчесывать не буду. Чуть-чуть помочу волосы. И закреплю пенкой. Пенка у меня такая. Ничего сюда уже не влезает. Оп. Так, я растираю. Конечно, лучше, когда вот так вниз опускаешь голову, потом поднимаешь и нормально. Ой, сейчас вся тут в пене буду. За шапки все это прессуется. Уже когда шапки закончим носить, надоело. Челка у меня отросла уже, и нету тут, а я люблю, когда чуть-чуть так заходит. Ну, так тоже хорошо. Если бы я подстричь, у меня бы вообще было очень красиво. Ну, ладно. Скоро уже на стрижку, сейчас я оправлюсь. Вот, ну что, если успею, то аутфитик покажу.
Все, следите за мной. Не прощаю. Так, господи, обувь тёплая. Это я, чтобы держались они высоко, чтобы не были приплюснутыми. Но все равно сейчас шапку одену и все. Так, шарф, перчатки. Где шапка? Шапка в другой сумке, наверное. Вот. Так, что у меня сегодня? У меня сегодня вот такие мои новенькие джинсики, которые я купила, когда Тёмка был в верёвочном этом городке. Так. Очень хорошие джинсы, необычный цвет мне очень нравится, такой варёнка такая розовая. Нормально. Так, возьмем духи, которые посильней. Что сюда хочется? Какие сережки? А смотрите, как подходит. Давайте вот эти. Такие сережки у меня есть. То есть, смотрите, тут и зелененький такой цвет, и бордовый, и бежевый. Все как бы, все, что нам надо. Гвоздики. И шубку опять одену. Мне так понравилось. Она так как-то вот такой цвет придает. Кофточка моя обидится на меня. Так. Вот. Ну, на шею я ничего. Если вот у меня как бы такие большие серьги, я на шею уже ничего не кладу. Уже не надеваю ничего. Так. Вот на работу купила вот такие мармеладки. Хочется все равно чай с чем-то после обеда. Шарли. Шарлиз. Тут они мармеладки разной формы. Очень вкусненькие. По 3-4 штучки можно. Они малюсенькие. Господи. По 5 мармеладок. 3-4 штучки по 10 мармеладок. Нормально. Так, шапку надо сюда. Ну, жалко, что это все упадет из-за шапки. Ну, ладно. Так, вот так я одеваюсь. Сумочка у меня сегодня маленькая. Так. Все. Вот зеленый цвет. Я готова. Вот, а вам я желаю. Это уже среда будет у вас. Вот, среда — это маленькая пятница. Тёмка, кстати, не учится ни в пятницу, потому что выборы. Вот, и поэтому он будет дома, для него маленькая, короткая будет неделя. А для вас, чтобы тоже она казалась короткой, эта рабочая неделя, всего вам самого хорошего, работайте спокойно. Вот, смотрите меня по утрам, собирайтесь со мной, пейте кофеёк или чай. Вот. Я вас очень люблю. Главное — позитива. Весна скоро придет. Что она тут в Питере запаздывает. В нашей средней полосе, я так понимаю, когда смотрю остальных блогеров. Вот. Оставайтесь со мной, пишите комментарии, присоединяйтесь к нам. Здесь очень тепло и позитивно, я надеюсь. Вот. Всем пока. Как только я вылечусь, вот я обещаю сразу прямой эфир. Вот. Всех вас люблю, целую. С вами была ваша Ольга.